Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня для всего женского пола. Тонизируем молочную железу. Кому непонятно, о чем речь, анатомический сайт вам в помощь. Пожалуйста, приоткройте, посмотрите, что такое молочная железа. Строение вот на физическом уровне. Мы частенько свои лекции читаем не на физическом уровне, а на энергетическом уровне. Мало об этом уровне кто задумывается. Все бегут, скажем так, сразу, что лечить? Мастопатию, кисту молочной железы, вот, фиброаденому, вот, липомы, а также что мастит. Это самые распространенные вот, женские заболевания молочной железы. Но в чем все-таки секрет кроется состояние молочной железы, либо ее области, либо вообще женской груди? Вот когда вы приоткроете диагностику 12 меридианов и посмотрите, какие меридианы контролируют. Ну, давайте возьмем сосок. Женский сосок контролирует меридиан желудок. В каком состоянии этот меридиан? Женщина не знает. В каком состоянии меридиан печени, который контролирует женскую грудь, молочные железы? Женщина не знает. Сердце, перикард, тройной обогреватель, поджелудочная железа, меридианы я называю. В каком состоянии? Меридиан толстого кишечника огромнейшую роль играет. Вот смотрите, сколько мы уже меридианов назвали. 6. В каком состоянии эти меридианы? Да, мы можем с помощью точки В17 Гешу, протонизировав ее, оказать влияние на молочную железу, на ее слабости, вялости, придать энергетике. А нужно ли придавать энергетику молочной железы, которую контролируют те меридианы, которые мы вам перечислили в данном видео? Потому диагностика 12 меридианов при всех заболеваниях молочной железы, также уплотнение, забыл сказать, даже онкология, рак, необходимо. Почему? Потому что вы так и не знаете, в каком состоянии данные меридианы. Вот сначала восстановите меридианы, а потом лечите молочную железу. У нас все наоборот. Сначала гробят молочную железу, женскую грудь, вот, а потом меридианы. А, ну если бы я знал, там, ну тогда понятно. Да? Потому мы говорим, что сначала диагностика 12 меридианов, чтобы женщинам помощь при заболевании молочной железы, при любых заболеваниях, сразу говорю. Эти меридианы восстановить в норму, а на первом этапе, да, вы можете точку В17 Гешу тонизировать, оказывать внимание, пробуждать, что молочную железу и ее функции для вашего организма, а точнее для ее жизни. Спасибо за внимание.